что, течет уже из двери? Мы идем на 37-ю параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. День, доченька наша. Happy birthday to you! С днем рождения тебя! Спасибо. С днем рождения, наш мегаматрос! С днем рождения тебя! Буду светить деньгами. Капитан, с днем рождения тебя, дочки! Да, с днем рождения, матроса! С днем рождения, матроса, капитан, ты молодец. Вот так 17 лет на большом каретном некоторые справляют. На очень большом каретном. 30 узлов Виента Инпопа. Ну нет, уже не 30, уже 26. Уже 26? Да. Мы уже даже привелись немного, курс поменяли. Делаем салат оливье матросу на день рождения. Иногда эквилибристические трюки приходится совершать. Вот так настоящие моряки готовят еду. В настоящем морском камбузе, спасаясь от перегрузок. Это на самом деле я уравновешиваю Леди Мэри. Она туда качается, я ее хоп на место возвращаю. Она сюда, я такая хоп назад. Это я ее раскачиваю сейчас, в общем. Ну не раскачивай, раскачивай. От меня все зависит. Ага. Всех с 12 декабря. Отпусти тряпочку тоже. Так, я-то чего? Она сама. Тряпочка символизирует. Она вертикаль показывает. Уровень крена, да. Изба, читальня. У нас. Изба, рубильня. Ой, вот так вот должно быть. Такая качка. Там вот, по линии моря, если устанавливать, то все время будет вот так делаться. Ой, о, красота. Так, папа. Что, течет уже из двери? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Загадывай еще одно желание! Пока рождения пришла! Прежде чем попить чай с тортиком праздничным, мы тут ликвидировали потоп, когда пришла волна огромная. И через закрытые, внимание, люки залила весь диван, всех нас, снесла все вещи. Кроме меня. Кроме Лады, да. Именинницу и меня, мать именинницкую. А меня не... Вот с этого борта вообще все слетело, снеслось. Все валялось на полу, на камбузе. Да, на вот эти вот левые окна в рубке были все под водой. Вот эти окна были под водой, шторы уже тут частично сняли. Чего приснили. С той стороны была вода, не с этой. Ну да, слава богу. Можешь вы теперь вот так развернуть, чтобы я его ровно порезала? Именинница. Этот день рождения Настенька не забудет никода в жизни. Так, я снимаю, продолжаю. Части, наверное. Настя, четыре. Скажите, что вы чувствуете. Настя, четыре. Ну да, вот так. Все прекрасно, если бы меня не облило волной, было бы еще все лучше. У меня было такое прекрасное настроение, потом оно испортилось. И сейчас, может быть, чуть-чуть. Сейчас тортик, кусочек маленький сейчас, самый. Сейчас, может быть, меня торт вылечит. Вот время, в которое я вчера легла спать. А почему? Ну, не знаю, почему это спать нельзя.
не хотелось. И еще это самое. Книжка интересная. Какую читаешь книжку? Гарри Поттер и Узник Азкабана. Но только она у меня уже почти закончилась. И мне неохота делать перерыв на какие-нибудь другие книги. И охота сразу читать Гарри Поттер. А еще я ночью проснулась, когда ты с папой. Да, помнишь папу? Да. Приходила к папе? Угу. Что сказала? Ничего, просто я попить хочу. Дайте печенюшку тоже. Сейчас, Настя, сгони за печенюшку. Я не знаю, где я смогу. Какао с чаем. Любыми печенью. Утренний какао. Или утреннее? Папа. Утреннее. А. Малинка? Много. Сейчас я принесу печенюшки и могу вам что-нибудь помочь. Мне почти я не знаю, где какао. Дорогу сажешь. Здесь у нас сушатся вещи, которые мы просолили, а потом приснили. Скачем волнами по 37-й параллели. Погода шепчет, займи и выпей. Был день рождения Насти, мы его что отмечали. На Бора-Боре шептала так же, что-то не заняли ни у кого. На Бора-Боре она шептала, идите, как все нормальные люди, в Самоа, и на Атолл, или в Новую Зеландию. А мы что сделали? Мы тоже. Сегодня проснулась со стойким чувством, что, блин, таких психов, как мы, мало в мире. Что делаешь, Закиш? Печенюшек подайте. Маська тут рисует. Сейчас. Путь Дункана из порта Глазго. Вот тут вот Маська отмечает на карте с координатами. Вот это все вверх ногами, должно быть вниз ногами. В общем, дошла уже до островов Тристан-да-Кунья и даже Амстердамских островов. Где-то, в общем, болтается сейчас в Индийском океане. Нет, океане. Сейчас на островах Тристан-да-Кунья. На Тристане-да-Кунья, где-то вот здесь сейчас они болтаются. Это еще один из пунктов нашего посещения обязательного. Потому что мы все удаленные точки посещаем. Острова Тристан-да-Кунья – одни из самых удаленных обитаемых мест на Земле. Все на этой карте покажу. У нас все в картах. Вот они под красной стрелочкой в центре экрана. Ой, простите за качество. Так, а пока мы на следующем окне. Это у нас от солнца прикрытие. Пока мы болтаемся на 37-й параллели. Где-то, я так подозреваю, вот тут вот. Где-то тут. Идем, страшно сказать, куда. На самый юг Южной Америки. Вот сюда. Ой, мама. Оператору больше не наливать. Чего же тащи? Пошла за печенье. А знаете, какого размера был носовой платок у Хагрида? Какого? С хорошей скатертью. Ух ты, здорово. Вот нам бы такой пару носовых платков у Хагрида, и был бы стол под скатертью у нас. Когда-нибудь. Не пару, один. Не, чтоб менять. Но он у него был вонючий. Тогда не надо. Все, пошла за печенюшками. Они у нас скрыты. Так, вот здесь вот. Ой, это висят непромы и пристежка. После волны, что пришла позавчера, Андрюха стал выходить на палубу пристегнутый. Это был большой плюс волны. Тут у нас такой творческий беспорядок, потому что все летит. Все кучами. Сушить негде. Вот оно тут сушится кое-что. Часть курток висит здесь. Часть курток уже упала. Это вот тоже уже упало, потому что висело. А там в шкафу у нас живут печенюшки. Сейчас я за ними полезу. Несу печеньки капитану. Справляюсь с перегрузками. На, любимый. Все у нас закупорено теперь. Вот так выглядит кокпит. Дело. Да я не чудовищное, я сейчас как раз замазываю люк текущий.
Вот. Но я его просто замазываю, не наглухо. Все остальные наглухо заклеил. Ага. Надеюсь, этот попробую оставить пока. Что его все равно надо замазать было. Покажи, откуда герметик. Герметик вот так вот добываем. О. Сегодня штиль почти. Вот эти окна уже наглухо замазаны вот таким вот красивым способом. И даже вот этот люк наглухо замазан. Сейчас пойдем смотреть снаружи. И вот этот, и все наглухо. А тут матрос после вахты отдыхает. Сметаной обмазанный. Ой, елки-палки, мама мия. А нечего течь было, когда нас на воду положил. На улице холодина. Холодина? Да. Как на Алтае. 21 показ, а тут в домике под крышей 21. Там починены указатель погоды. Будешь чинить? А надо на мачту лезть? Наська, на мачту полезешь? Давай танцевать ногами. Нет. Вот Наташка танцевала. Музыку-то играем, только танцевать ногами приготовились. Давай. Мне так не нравится. Давай на стол ноги. Короче, я одна буду танцевать ногами. Давай лапу свои. Бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя.
наверное, третью часть будем ставить. Даже сама, чтобы застав сегодня не вылезала. Посматривай там, хорошо? Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день не похожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит 4-9 в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравлю и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. А я играю на вот здесь гармошке. Вот наш трек по Тихому океану виден, начиная от Галапагосских островов. Остров Пасхи, Питкэрн, Гамбьер, Маркизы. А, вот Питкэрн, вот здесь, да, вот здесь вот остров Пасхи и необитаемый остров Сала и Гомес. Вот здесь Питкэрн, здесь Гамбьер, вот Маркизские острова. И дальше по французской Полинезии, через Туамоту и острова Общества. Мы пришли на Бора-Бору, от нее отошли 100 миль. И решили отправиться в экспедицию, раз уж мы тут. И вот экспедиция «Против ветра» рубилась вот таким веселым треком, елочкой. Рубилась-рубилась, зашла на маленький островок Крематара пополнить запасы продовольствия. И вот здесь вот вышла, пройдя рифы-призраки по точкам юга Тихого океана. Вот здесь вышла на первую координату рифа Мария Тереза, вот здесь на вторую. И дальше вот шли-шли-шли и пришли, наконец, в третью точку. Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ту-ту-ту-дум. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.